Алло, 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 мы в эфире. Всем привет. Гатушки, чатик, всем привет, кто смотрит. Рада вас здесь видеть, я вас вижу, в общем-то, в экране. Я хочу поприветствовать у нас в студии Диму Аксентьева. Привет. Прекрасного музыканта, супер талантливого. Я бы даже сказал, не только музыканта, да, во всех сферах творческого человека. Кто, мы знаем тебя по разным никнеймам, да, но Кола, такой самый, я бы сказал, ну, наверное, медийный, да. Такой самый, сильный такой, да, уверенный Кола. Я бы сказал, кто бы вас не знал на электронной сцене, нашей, во всяком случае, украинской, это точно. Может быть, стопнем. Давай стопнем. Класс. Во-первых, хочу сказать, что я супер рад. Класс, это взаимно. Сегодня мы тебя позвали сюда как суперопытного чувака, который работает с электроном. Да? Мы хотим открыть такую небольшую нашу новую рубрику, да, про электрон. Мы любим этот бренд, это суперсерьезная фирма, да, это суперсерьезные синты. Контора. Конторка, да, такая, которая прям повлияла на мировое искусство. Так и есть, так и есть. Повлияла на звук. В принципе, современной музыки во многом. Однозначно. Да. Да. И насколько я знаю, что электрон прямо стоит у тебя в центре сетапа, да, так и есть. Да. Для меня он в какой-то. Это был мой первый синт. Первый электрон я купил. Вернее, я даже не купил. Первый электрон у меня появился в 2015 году. Это был аналог 4. Первого поколения. И я работал с одним артистом, и мы купили его на студию, и он у меня был, и это реально мой первый синт, и он настолько крутой, что уже поменяв какое-то количество синтов, я все равно возвращаюсь к нему, и я его продавал, покупал обратно, он у меня просто, ну, работа без него не идет. Не пошла. Класс. Смотри, мы хотим сегодня рассказать немножко, в общем-то, о нем. Да? Я думаю, у нас здесь опытные тоже электронавты тоже присутствуют. А вот это чатик, да? Да, чатик. Супер. Да. Смотри, тут привет из Греции, со всего. Класс, мира, привет, смотри, ребят. Круто. Я думаю, было бы круто, если бы ты немножечко рассказал про него. Что? Давай. Короче, как я уже и сказал, это реально был мой первый синт, и я взял его, потому что это очень мультифункциональная машинка, то есть это реально продакшн-студия, да, если можно так сказать, потому что, ну, это, как знаешь, вот были эти все Роланды и Корги, эти воркстейшены, да, это реально штука, ну, она чем-то похожа тем, что тут несколько как бы каналов, большая вариативность, и это аналоговый синт. Можно для себя вот правильно, чтобы я сформулировал, насколько я понимаю, то здесь аналоговый полифонический синтезатор, да, правильно? Четыре голоса. И, в общем-то, это его главная особенность, которая отличает его от других моделей, да? Ну, я думаю, что главная его особенность — это четыре канала. Все-таки четыре одновременно, то есть ты можешь четыре дорожки, четыре синтезаторных дорожки юзать одновременно. И это, ну, как бы, покупая один синт, ты покупаешь... сразу несколько. Ой, смотри, какую крошку упала, ребят. Вот, поэтому это было главное, что... бюджет не резиновый. И знаешь, когда ты покупаешь синт за 1000+ евро, ты выбираешь его очень как бы, осторожно. Вот. И поэтому как бы особо выбирать, я уже не помню, между чем я выбирал в то время, было давно, но скажу одно, что я тот синт мне пришлось отдать, потом я накопил деньги и купил уже свой. Потом я продал его, купил еще раз один, да, потому что мне нужны были деньги, я его продал, и потом купил еще раз его. Ну, отдавал мне пожелания, так понял, естественно, да. И потом я вот этот, который уже это третий получается, я опять его продал и купил уже вот этот. То есть я, да, это то, без чего, ну, во-первых, без чего не обходится ни один мой трек фактически не... Плюс он очень гибкий в работе, и даже если там... Тебе нужно что-то сделать быстро. Собственно, чем он крутой? Если тебе нужно что-то сделать быстро, зафиксировать какую-то идею или сделать небольшой набросок, скетч, и потом
потом, через время, сделать с него трек, это идеальная штука. У меня был еще один такой синт, который вот так, такой же был крутой, это OP-1. А, ну, конечно. Вот он тоже, как скетч-машинка. Что маленький, можно да, сказать. Да, да, батлей да, с собой, ну и по звуку просто нереальный. А они вдвоем, ага, ну вот так, это да. Просто, да, была супер-комбо. Да. У меня... Да. Я хотел спросить тебя как раз насчет треков, да, в каких именно каких треках ты взял, да, или... Да, я вот я не взял с собой, но у меня есть там несколько там таких well-known tracks, типа, да, типа Warp 6, вот у меня есть, вот он полностью сделан, да, он полностью сделан на этом, барабаны, бас, все синты, все сделано на Analog 4. И есть еще трек Identify Воина Рубу. Вот он недавно вышел, тоже он такой, типа, много там кто его слушает, играет. И вот он тоже весь от барабанов до всех синтезаторов сделан на Analog 4. Вау, класс. Да. То есть он реально, ну, закрывает весь спектр продакшена. Барабаны, лиды, басы, пэды замечательные, супер крутой секвенсор. Офигенный фильтр, очень классные... Как микшер, да? Ты... Ну, стоят, очень классные стоят предварительные усилители здесь на входах, что дает нам супер классный выход. И вот даже сейчас у меня новая карта, и у нас пропала картинка. А звук есть? Звук есть, хорошо. А ты нажал паузу, смотри. Сейчас. Вот, сейчас у меня карта, в которой всего 4 входа, и как бы у меня намного больше девайсов, но я через input пишу другие синты, потому что ты вообще не теряешь ничего в качестве, наоборот, даже вот здесь можно видеть, вот в такой спарке я юзаю его всегда. У нас тут Korg Monolog у нас тут. Korg Monolog через input channel заходит сюда. И обрабатывается здесь еще встроенным эффектом. Рядом эффектов, да. Ты мне уже успел сказать, что он изменяет звук его немножко. Ну да, здесь очень, очень классные эффекты, и которые, ну прям... А сами усилки, они ничего не усиливают звук, как думаешь? Ну, в том не плане, знаю. Когда прогоняешь через электронную... Не знаю, не знаю. Я знаю, что качественные очень предварительные. Собственно, очень дорогие. Я уже не помню, какие там конкретно стоят, но, типа, дорогая линейка, поэтому, как бы, все... Это одна из особенностей, почему он классно звучит, этот синт. Вот. Что еще? Ну, в принципе, из классных моментов, что сюда ты в input можешь дать два синта. Например, вот сейчас у меня здесь стоит монолог. Я еще иногда юзаю, даю машин свой Native Instruments. А, да, да, да. И через моновыход кидаю сюда барабаны, какие-то перкуссии. И прям обрабатываю, него, да, сюда. И обрабатываю их тоже... Дилей, ревер, хорус — это эффекты, которые ты можешь вязать на external. Да, да, на external. И, ну и тоже, как бы, они, тебе не нужно грузить систему в компе, чтобы... То есть ты сразу пишешь то, что, такой звук, который тебе нужен. Слушай, опять же, они там умудрились еще вменяемые эффекты сделать. Да, ну реально, здесь дилей очень клевый. Он там довольно простой, но звучит очень круто. Класс. Да. Мы говорили с тобой, что сегодня, что, во-первых, ты делаешь на нем как бы скетчи, да, ну, и во-вторых, ты его вот этой связкой конкретно с монологом, да, да. У тебя и для саунд-дизайна, и для саунд-дизайна, да, для саунд-дизайна используется. Хорошо, как вот у тебя начинается процесс? Да, я сегодня я расскажу, как я все буду сегодня показывать. Ага, да, давай. Я сейчас хочу сбить его до как бы до нульцевых настроек, чтобы мы, грубо говоря, начали создавать трек вот прям с самого-самого начала. From scratch, да? Да, from scratch. Yes. Create new, save, no, yes. Так, она слышно, да? Там все, слышно, все окей? Окей? Музычка есть? Круто. Музычка есть. Так, поскольку... Короче, начну. Начну с того, что переведу его в полифонический режим, что он когда включается, он сразу включается в монорежиме, как моносинт работает, да. И это тоже иногда классно, когда, ну, чтобы не грузить голоса здесь, ты можешь их нагрузить
по-другому. А что ты имеешь в виду? Ну, типа, ты можешь использовать вот это четырехголосие, например, ассоциаторами. Тут есть еще саб-ассоциатор, ассоциатор. То есть распределить эти голоса чуть по-другому. Скажу сразу, давайте так, чтобы не было надежд лишних. Я не знаю вообще досконально этот девайс. Девайс очень серьезный, очень глубокий. Сложный, очень глубокий. Здесь очень много, здесь все настраивается, здесь, ну, это, ну, серьезно, это волшебная коробочка, это невероятный творческий инструмент, в который можно нырнуть и не вынырнуть никогда. И поскольку в музыке для меня важна фиксация идеи, я не копаю в какие-то штуки, не отвлекаюсь, потому что это отвлекает от первоначальной идеи, которую нужно зафиксировать. Поскольку этот девайс я использую именно вот для начала трека, то есть там, не знаю, 70% всей музыки я начинаю с него, да, потому что очень легко, очень быстро, очень понятно. Алгоритм действий уже такой выработанный. Потому что это мой первый синт. И естественно, что я к нему привык. Он, когда у меня появился, мне тоже не хотелось в нем разбираться сильно. Поэтому вот я тот вектор как взял, я вот так его примерно и юзаю. Кстати, очень интересно, потому что многие боятся, что он сложный. Он выглядит для некоторых людей так страшновато. Как именно, будто. Именно. Я говорю, тут есть много фич, которые, вот, например, мне не нужны вообще. И ты, когда закрываешь на них глаза, все, тебя уже не отвлекает ни количество кнопок, ни количество функций, подфункций. Тем более вот сейчас со второй частью они вынесли очень много кнопок из под меню, и это просто очень облегчило как бы жизнь пользователя. Так мы переводим его в полифонический режим. Это через настройки. Да, включаем ему 4 голоса. Далее я включаю Quantize, потому что когда ты импровизируешь, понятно, что ты иногда не можешь где-то... Да, Как же джаз? Как говорили в сериале «Офис», почему они не могут играть нормальные ноты? Вот, и все, у нас есть 4... четыре дорожки, где у нас вот базовый звук. Могу чуть пройтись вот просто на одном, на нескольких осцилляторах, показать вообще мощность синта, мощность волн. Чуть классно есть, вот он может между собой миксовать волны. То есть вот обратно он переходит. Не знаю, ты не показываешь. Наверное, следующий звук. Наверное, да. Плюс здесь саб-осциллятор, который... И это все аналоговое лицо. Все аналоговое, да. Вот мы подмешиваем второй осциллятор. Например, и саб-осциллятор его. Все, у нас, ну... Жирок. Жир, просто жирнейший звук. Клево. Короче... Чтобы не стал дело, получается бейс-музыка, да? Что бы ты ни делал, получается бейс-музыка. Вот. Ладно, я вдруг кто не знает. На самом деле, очень много видео в интернете, послушать, да. Тут у нас, мне кажется, сделай ровно, вот напиши трек сегодня. Да, больше как я. Короче, что у нас есть? У нас есть через input, вот у нас есть 2 input-ченнела. Левый и правый, грубо говоря, но и мы можем его отцентровать, сделать так. Да, поскольку там моносинт, да, то ему и не нужно. Да, ему ничего не нужно, вот у нас есть. Я подвешиваю на него... Звук синта просто делать потише, если уже сделал. Спасибо. Ага. Подмешиваю на него немного дилея, немного ревера, немного хоруса, настраивая отдельно каждый эффект здесь. Вот с дилея я срезаю low-pass, high-pass. Не забивает, даю реверка и овердрайв. Овердрайв, кстати, во второй версии просто невероятный какой-то. Очень мягкий, очень шеф, очень какой-то, ну, прям офигенный. У меня еще есть аналог хит, там очень мягко, классно греет. И вот тут овердрайв похож, прям...
это одни и те же овердрайвы? Я, кстати, не знаю. Не, знаешь, не знаю, не знаю, да. Там просто очень много их. Mm-hmm. Но именно вот овердрайв здесь офигенный. Класс. Я не помню, какой он уже был в первом, но мне кажется, вот там, ну, он точно. Ну да, прям у электронов у них скорее перегруз даже, чем какой-то. Ну, ну в плане да, овердрайв. Да, мягкий, да, мягкий, да, не, да, прям да, не дисторшн. Не дисторшн, да, да. Вот, у меня здесь вот 9 банков инструментов. Какие-то купленные, какие-то даются бесплатно. Mm-hmm. Надо сказать, что на сайте у них есть очень много бесплатных пэков, и постоянно они обновляются, какие-то появляются скидки. Ты там за 20-30 долларов можешь купить пэк из 128 mm-hmm. звуков. Ну, вот. А звуки — это пресеты крутилок или сюда можно загрузить какой-то внешний звук? Ну, ты загрузить ничего не можешь, но можешь купить, да, звуки на... Получается, это его пресеты, по факту, да, его да, пресеты. Да, 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 да. Просто прикольно, что они постоянно поддерживаются, постоянно обновляются. Там огромный комьюнити. Ну, огромная комьюнити. Плюс там mm-hmm. есть, ты, кроме того, что ты... можешь купить на сайте, есть огромное количество просто электронавтов, которые mm-hmm. на форуме выкладывают свои пресеты, и ну и там ну, есть можно найти офигенные, да, mm-hmm. тебе не обязательно даже платить деньги. Есть много чуваков, которые отдают, возьмите мои 100 пресетов бесплатно, я вот сделал. Ну mm-hmm. и там, честно говоря, иногда попадаются офигенные как бы штуки. Mm-hmm. Очень ну, это как и с VST-шками вся эта история. Ну, да, да, только, да, да, да. Из-за того, что вот здесь это. Классный workflow, он, я говорю, очень творческий инструмент. Mm-hmm. Вот в первую очередь, чем он подкупает, это очень творческий инструмент. Вот. И то, что, типа, серьезное большое комьюнити, и ты постоянно чувствуешь какое-то... Что-то происходящее. Да, 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 что-то вот ты... Все живет, все двигается, да, реально. Ну и классно ощущать себя частью этого всего, там что-то где-то делиться какими-то, mm-hmm. Не знаю. Можно и самому, в общем-то, я думаю. Да, да можно да, делать да, эти беседы, можно их продавать. Вон сейчас чувак, не сейчас, это уже старая тема, еще на первом этом была. Чувак сделал две библиотеки, 909 и 808 здесь. Ага. И вот они по 20 евро у него были. Там уже сдохла ссылка, уже купить это невозможно, что это было там в каком-то 2015 году. Походе, да? Но сам факт, да, у чувак угу. продавал вон за... Понятно, оно звучит, это клонирующие ну, звуки, понятно, там, копирующие, но, угу. блин, оно передает суть, потому что тут аналоговый как бы сигнал, и угу. если тебе не принципиально 909-99, то... Сколько же можно? Да, 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 да. Ну хорошо. Вот, окей, да. Mm-hmm. Итак, 9 банков по 256 звуков каждый. 8 банков у меня скачанных и купленных. 9 банк это мой... Под твои пресеты. Да, под мои пресеты, mm-hmm. чтобы я, да, удобнее... так, первое, что я делаю. Здесь есть очень классная такая штука. Называется Sound Pool. Звуковой бассейн, да, если это, грубо говоря. Это функция, позволяющая тебе на один канал загружать 16 разных звуков. То есть на каждый шаг отдельный звук. Я понял. Очень классная функция. Что мы делаем? Мы сейчас загрузим сразу в этот саундпул какое-то количество звуков. Я чаще всего делаю барабаны, потому что очень удобно на одну дорожку загрузить mm. да, кучу звуков барабанов. И... Это ведь за эту функцию, в принципе, секвенсор электронный очень да, ценится. Да, mm. да, да. Ну, плюс, знаешь, еще ценится он еще из-за того, что у тебя есть бесконечное количество функций на одну... кнопку. То есть, если в монологе у нас есть 4 автоматизации, типа. 4 автоматизации mm-hmm. на одну кнопку, то здесь их сколько хочешь. Да. Да? Это, блин, это супер. Это нереально. И причем, что ты можешь задать на каждый шаг по автоматизации. Да. Mm. Так, вот мы выберем вот тут. Ой, delete, нет. Select all, copy to, sound pool. То есть он сразу, тебе даже не надо... А, ты прям все скопировал? Ну, он копирует только 200 с чем-то звуков. Mm-hmm. У меня просто тут стоит как раз 100 с чем-то барабанов на одной из этих. И они mm-hmm. все заходят в первую... ну, вверх sound pool'а этого, mm-hmm. да. И сюда на звук, например, я выбираю... На главный звук канала я выбираю бочку. Search, нет.
фильтр. Очень классная тема с поисковиком. Вот у меня, например, еще есть Profit. Там ты часто пользуешься пресетами. По работе, когда делаешь какие-то песни, тебе нужен конкретный лид. Конкретный, который узнаваемый. Ну, тебе не надо его там крутить. Тебе нужен вот этот вот лид. Ты заходишь в пресеты и ищешь лид, который тебе надо. Здесь есть поиск по пресетам, где ты можешь выбрать кейс, брас, стрингс, FX, кик, вот что тебе надо, и все, и тебе в твоих всех библиотеках он будет показывать только выбранный инструмент. То есть в каждой библиотеке из вот этих вот 9, ты сразу... Блин, ну это класс, просто это супер функция. И вот в синтаг, вот есть еще у меня корк этот, не такой, вот такой только другой, как он называется? Wavestage, да. Но там кошмар, там 700 пресетов. Да. Все клевые. Там очень долго создавать звук с нуля. Там да, это прям. И тебе легче иногда найти нужный пресет и подкрутить его, как тебе нравится, как надо, и все. Их 700. Они не сортируют, они просто вот от А до... До 700, да. Да, до Y, да, или что там в конце. Ну и все, это кошмар, потому что еще в начале ок и в конце ок. А вот то, что посередине, ну как, это просто... А здесь все круто. Здесь и по имени можно найти, и по этому. И это менюшка прекрасная. Это экран большой. Экран, да, эти кнопки олдовые. Короче, да. Да, вот у нас есть бочка наша. Так, мы можем, да, уже немножко? Да, да, все. Да. Но опять же, не то, что я каждый трек начинаю с барабанов, это просто... Сегодня клише, такой клише, день, да, что нас я точно в чем-то уверен. Барабаны не подведут. Да, барабаны не подведут. Вот, бочка, супер бочка. У меня вообще в 90% трека одна бочка. Как-то у меня их 4, вот реально 4 бочки, которые использую везде. Где-то я их там лейерю с какими-то другими. Где-то просто вот так беру. Но вот, например, вот эта бочка у меня просто вот в том же треке Warp 6 и в куче треков. Это вот это первый инсайт нам сегодня. Классная, да, что подберите-ка бочки. Классная звучит, вообще ничего не надо делать. Если еще юзать с аналог хитом, чуть ее подогреваешь, все, ну тебе не надо ничего. То есть я в компе даже не обрабатываю ее ничего. Класс. Потом. Да. Это, я думаю, это не повторение, это уже почерк. Да, именно, именно. Вот, как используем мы этот саундпул? Зажимаем шаг, который нам нужен, и вот. И просто крутим поиск. Да. Плюс каждую это мы можем чуть-чуть. Даже барабаны плавно переходят в бейс-линию. Комментируя, ты, в общем-то, изменяешь сейчас... Я меняю фильтр, меняю длину волны. Просто каждому звуку, да, и видоизменяющего. Да. Далее. Сейчас, обычно я как-то just jamming around, типа, просто делаешь какие-то прикольные секвенции, слушаешь звучки. Можно вообще вот просто... Вот, просто почти рандомно. Слушай, вот и все, и наполнилось краской. Ну, камон, да. Чуть-чуть эффектиками. Зачем прописывать хэт, если можно пустить его в дилей? Именно. Когда у тебя одна дорожка, и каждый шаг на вес золота, именно... Ну, нельзя же сделать на один шаг два звука. Нельзя, да. Поэтому ты... Чуть ограничить. Я думаю, это даже хорошо, на самом деле. Да, потому что ты, ну, ищешь, опять же, это творческий инструмент. Ты стараешься как-то... И в этом поиске ты находишь какие-то интересные решения, которые приводят тебя к классным результатам. Так. Выбираем какой-то звучок. Народ спрашивает твою бочку любимую. Ты сам крутил? Нет, это пресетная бочка из библиотеки.
Я не помню, из какой конкретной библиотеки, да. И надо сказать, что она была еще вот в самом первом этом электроне. Она шла там. Ты прямо перенес, сохранил за все эти годы. Да, кстати, я не перенес много звуков, что библиотеки поменялись. И вот сейчас каких-то вот стандартных звуков, которые были на той машинке, на этой не стало. Например, здесь это был очень крутой рисбас. Типа классический звук, который крутится легко. Но вот здесь он такой был, вот что-то в нем было необычное. Я не влазил в его настройки, он просто был клевый. Я просто я его юзал в тысячи треков. И сейчас его не стало. И мне чуть больно. Потому что, ну блин, это реально, это... Ну и знаешь, я могу на этом там накрутить, тут тоже есть ассоциатор. Могу на этом чуть там раздетюнить ассоциатор, вот тебе и рисбас, по сути. Но в том, что но это в было, том, что-то было еще, из-за этого он, блин... Надо поднять, надо поднять библиотеку поискать. Да. Да, да. Так, басы, очень клевые басы здесь. На самом деле все звуки клевые. Даже нечего, сейчас фильтр. Бас. Вот, сад, могу поставить отдельно. Я не знаю, как там слышно, не слышно, да? Слышно. Нашим слушателям. Ну вот. Офигенный сад. А, точно. Да. А также классно, вот что ты кнопкой одной можешь мутировать звуки. Да, типа, очень классно играться с этим кусочком, пробовать переходы, пробовать сбивки, автоматизации. Короче, и на лету реально делать. Все, надо квантизировано сразу. Добавил овердрайва и включил глубину фильтра чуть больше. И все, и тут я за автоматизацию поставил чуть дилея, сюда чуть ревера. Только на те шаги. Да, на те шаги. Тут вот что-то добавил чуть этого овердрайва, все, чтобы оно жило, чтобы оно не стояло на одном месте, чтобы бас двигался. На компе я бы делал это просто 3 часа. Именно, тебе нужно было выбрать параметр каждой автоматизации, прорисовать его каждому звуку, сделать... его убрать перед следующим, кошмар. Да, здесь ты просто вот. Класс. Все, у тебя это уже не... Включил MIDI подачу, засинклил по MIDI. Ты сейчас MIDI отсюда? Да, отдаю ему просто клок отдаю. Не использую этот секвенсор на внешнее. Не знаю почему, дело привычки, наверное. Не прижилось. Да, использую, вот, например, суд, использую внутренний секвенсор. Казалось бы, удобно, можно все отправить с одной машинки. Ну, так, но как тут будто есть... отдельный инструмент. Да, тут есть свои нюансы. Тут... Ну, не знаю, как-то вот реально мне не прижилось, очень-очень нравится так. Опять, вот монолог — офигенный синт, реально, вот я там при каждой возможности его хвалю, ну, потому что это синтезатор, который стоит $300, но звучит на 1000, ну, типа, он реально, он клево звучит, он очень классно управляется, эргономика очень крутая, тебе прикольно с ним играться, все кнопки как-то так расположены, что очень легко, какой-то интуитивно, он кучный, он логичный, кучный. Такой, да, именно, прям, ну, вот знаешь, можно взять
Не знаю, много. Вот, например, вот мы сегодня говорили про субсиквенсер, тоже моносинт, но там так много всего, и ты теряешь. Ты уже не воспринимаешь тебе, вот таким. Тебе вот в процессе джема ты что-то, ай, не то крутнул, все, и все испортилось. Уже аналоговый синт, вернуть, ну, типа, знаешь, в положении, в котором оно стояло, уже может не зайти. Все, здесь нет такого, здесь, блин, 10 кнопок, и все, как бы, но... Мы действительно две минуты уже еще до эфира успели это поговорить, но да, он вообще не похож на минилок. Да, вообще и он не похож на старших братьев, да, это отдельный синт, он реально звучит по-другому. Он круто звучит, особенно, я говорю, вот, если пропускать его через чуть греть дилейчиком, чуть хоруса давать им, он сразу тоже становится намного богаче у него звук. Типа есть клевая база. Скажи, тебе приходится тратить одну из дорожек на монолог? У меня есть FX channel, который занимается всеми эффектами, и тут есть input этот, то есть одна из дорожек, ни одна из дорожек не задействована. А, отлично, да. То есть просто у тебя external in постоянно, да, и он идет в FX. О, что классная штука с FX, вообще, какая классная штука тут с LFO, например. На этом синтезе классно делать модуляционные эффекты. Он прям супер. Из-за того, что все автоматизируется, все живет, все дышит. Например, на каждый звук... давай возьмем... вот это, как у Джейми XX. Возьмем этот звук. Вот у нас на него есть два LFO. Ты можешь назначить любой параметр вообще чего угодно. Вот pitch, например. Pitch Modulation на один LFO, на второй LFO у нас давай какой-то фильтр поставим, чтобы было слышно точно. Я знаю, что даже можно один LFO заставить управлять другим LFO. Да. Сумасшедшие ребята. Плюс еще на каждом осцилляторе есть вибрато, которое тоже дает тебе типа некую модуляцию. Можно еще эпичнее не задействовать. Можно так... вот у нас, да, двигается. И в FX channel у тебя есть еще LFO на FX модуляции. А, в FX канале да, отдельная да, LFO-шка. Да. И тут есть и... Сейчас. Так, например. Ну, вот что-то. Все, у нас уже другой звук. Все живет, все меняется. А, тут 4 LFO на каждый эффект. Да, то есть к осциллятору ты и не прикасался, это просто... Да, это просто вот эффект и... А вот если мы сделаем еще... Так, я специально не начал с прямой бочки, чтобы не было такого, что он классный только для техно или хауса. Спасибо большое. Так, сейчас. Задаем Диме эти вопросы, ладно?
Может быть и по ходу, да, если мы так решим. Останавливать дилеи вручную, да. Рандомайзер есть тут, но есть рандомайзер, который я его не использую, там, да, который делает тебе типа вероятность шага. Вот, с вероятностью сколько-то процентов на этот шаг он, например, может включить какой-то дилей. Может сыграть, а может не сыграть. Да, да, да. Честно говоря, не использую эту функцию, потому что нет у меня таких сложных секвенций. Я больше на мелодиях, на каких-то типа ритмах и грувах. Более то, что. Да, ну, да, более, ну, это как бы. Да, типа. Да, вот у меня, например, есть еще этот Profit, вот там есть рандомайзер классный, кстати, вот я его больше юзаю там. В чем разница, в чем их разница? Не знаю, там дебильный секвенсор, но классный арпеджиатор, и вот там в арпеджиаторе есть рандомайзер хороший, который тоже, да. Который настраивается, и там есть, там 4 LFO на звук, и тут, и там, ну как-то не знаю, там как-то, опять же, дело привычки. Ну, я думаю, что к арпеджиатору он больше как бы располагает через клавиши, да, через свои звуки. Да, не знаю, как-то вот мне там почему-то, да, и вот я рандомайзер юзаю там, и на LFO, и на ноты в этом самом. И там оно прям, не знаю, там голосов больше, там мне как-то нравится, как оно там раскрывается, и нравится та неожиданность, которая может быть. Но здесь тоже, ты же можешь не только на, ну короче, тут, фух. Потому что я знаю, что этот секвенсор там не только на процентное соотношение, но и на конкретную долю, типа раз он сыграет, а второй раз не сыграет. Да, это, блин, не могу найти этот звук. Классная фишка, что, например, здесь ты можешь, вот я сейчас перевел на секвенсор на 16 ударов, но если тебе надо отдельный канал, ты можешь перевести на... А, только один канал ты можешь перевести. На 8, например, и все каналы будут остальные на 16, а этот будет идти на 8. Тоже очень удобная штука, которая не была в прошлом. Вот я сказал с 3, оно не сделалось. Удобная штука, которая не была. А, конечно. Которая не была в прошлом электроне. Там, блин, нет.
Ребята еще параллельно спрашивают, тут же арпеджиатор есть, правда? Да, арпеджиатор есть, и мы к нему сейчас вернемся. Окей. Мы, кстати, вернемся к арпеджиатору. Что, да. Вот, есть. Ой, так, а тут 30. Сейчас, ребят, сори. Кнопок много. Вот. Да, елки-палки, ты смотри на него. Ломает тебя, поломал, да? Поломал все. Ага. Проверь работу. Ну, вообще, не ожидал. Все правильно. Полиритмия, все, это все наше. Да, столько, да. А, вот не доигрывает одну долю просто тут. Почему? А, ну конечно. Говорите делать, если честно. Клевый, удобный. Я берем другой звук. Давай. Например. Понятненький такой. Да. Реально у тебя есть... А, тут еще вот что интересно, что есть сайдчейн некий. Вот. Сайдчейн на чего? Как звучит это? То есть ты можешь сделать так, чтобы один канал переставал звучать в момент срабатывания другого канала. Вот, например... Слышишь? Да, закрывается да, эта бочка. Да, да. Как ты это нажимаешь? Или это по умолчанию? Это стоит тут
стоит тут в этой в базовой настройке, да, его можно менять. Но по умолчанию за, зависит, но на самом деле вот на прошлом у меня такого не было, но тут просто зависит от того, как ты каналы поставил. Я привык, что он так стоит, я знаю, что первый канал чейн четвертый, я так и уже не стал перенастраивать, мне как бы что. Интересно, да, это очень интересно. Про арпеджиатор, он чем-то особенно отличается от других или это стандартный? Да нет, он супер удобный, длина, количество октав. И отличается тем, да, спасибо, что напомнил. Здесь есть классная штука, сейчас, не знаю, сейчас. Это ты можешь, например, выставить, чтобы каждый второй шаг, вот, был на, менять октаву шага, типа, кроме того, что оно идет в стандартной прогрессии, которую ты указал. Ты еще можешь сделать так, чтобы какой-то шаг шел не туда. Вот как у нас сейчас вышло, например. Ага. Понял? То есть у нас было просто сейчас вот, а сейчас оно... А, и тут вот четыре шага. Да, 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 да. Три, второй, третий, четвертый шаг, первый менять не можем. Второй, третий, четвертый ты можешь выставить... Интересно. Сейчас. И, конечно же, это можно заавтоматизировать. Не знаю. Ага. Кстати, не знаю. Я вот недавно понял, что нельзя заавтоматизировать... Типа как всплывающие меню. Нет, нельзя заавтоматизировать количество октав, количество шагов в секвенсоре. Вот это нельзя заавтоматизировать. Я понял. Недавно вот столкнулся с этим. А, ну они, наверное, думают, что ты как бы можешь переключить между банками, да? Наверное, банк. не знаю. Вот как-то совсем недавно мне это вот понадобилось сделать, да. И я понял, что так нельзя. Опять же, я мог не доразобраться. Так, что еще? Ну, еще что? Еще очень клевый для саунд-дизайна он, ну, как бы это уже понятно, то, что тут все вот это вот крутится, и для работы с изображением, с каким-то этим, очень все классно. Плюс тут есть такая штука, например, Preference Configuration. Например, вот смотри, у нас есть крутилка номер А. Она может одновременно крутить 5 функций сразу. А, макронастройка. Да, типа. Да, макронастройка. И вот насчет этого тут просто, ну, бомба. Реально, то есть вот ты выбираешь там... Что конкретно она делает. Вот, да, давай выберем там две, несколько, вот, какой-то pitch, чтобы было сразу, вот, частоту фильтра и что-то с печом давай, чтобы было заметно сразу. Такой, блин, звук, что незаметно. Звук и так модулируется жестко сейчас. Ну не тут же, конечно, я кручу. Не в том режиме кручу. У нее какой-то лайв режим, да? Какой-то должен быть отдельный. Да. Вот так, смотри, не забыл. Найди пока, я скажу ребятам, что шагов не 16, а 64 здесь максимум. Максимум 64, да. Блин, не, честно говоря, не помню, как эта фигня делается. Ну, в общем, здесь есть этот режим лайва. Просто да, классно, когда ты... да, режим да, лайва, это... который каждую из этих кнопок ты крутилок, ты назначаешь как хочешь. И, ну, и это клево. Просто я, опять же, в лайве я его использую, это не основной мой инструмент. Из-за того, что я играю с Ableton, я не использую множество функций именно для лайва, которые тут заложены. И они невероятные, они супер крутые, супер функциональные, супер классные. Но
Просто я привык к облику, каких-то штук я не... Вот эту я использую иногда, но я говорю, из-за того, что я последний раз лайв играл в сентябре, я просто уже даже забыл. Чуть засиделся, да? В студийной работе это не надо, эта штука. Ну, как бы она не... Ну да, это больше... Редко, да, это реально какой-то суперсаунд-дизайн, или в лайве ты переходы делаешь какие-то, когда тебе надо там и ревер, и дилей, и фильтр. Одним движением убрать. Ну и скорее это о запланированных, да, каких-то историях. Да, безусловно, да. Ну или наоборот, ты для каких-то, знаешь, вот я часто делал на кусок, который типа джем, там в лайве есть какой-то кусок, где ты просто ты делаешь эту, ну, ты крутишь две кнопки, а у тебя меняется все, как бы. И, ну, это классно работает, оно видно, что ты... Собственно, что ты... Это происходит, да, да, да. Класс. Вот. Скажи, а режим аккордов тут есть взять? Ну, вот и... А если вот одной тут... Ну, можно... Можно осцилляторы, типа, подетюнить. В принципе, оно так и делает. Из-за того, что тут есть саб-осцилляторы, ты можешь на одну кнопку делать, типа, аккордом. Но это как бы искусственно, просто осцилляторами разводить. Чуть да, да, чуть другое. А вот эти вот функции, которые через Shift? Это все, вот эти типа для лайва, ну для это, как это, банки, вот этих. Банки ну не пресетов, это банки твоих шагов, да, банки секвенсора. Честно, тоже их особо не использую, потому что в лайве вот мне хватает одного. В каждом банке 16 под банком. Ну, я думаю, для трека более чем. Ну, ну, у меня в лайве там, знаешь, 12 треков. Ну, это вот, типа. Когда у тебя там большой лайв, и может, ты, когда ты играешь с кем-то или много девайсов, и тебе, чтобы управлять другие девайсы через этот синт, конечно, тебе надо тогда больше, типа, этих всех. Мне хватает одного. Что эти кнопки даже видно, они просто не тронут. Да, свеженькие. Вот. Я так вижу, тут функции для секвенсора, да? Типа акценты, пропуски, эти удлинятеры, как он там называется. Вот. Ну, не использую. Я понял. Не использую. Класс. Да. Так. Ну, что, даже не знаю, что еще такого что-то, рассказать. Что-то есть еще рассказать? Мне кажется, есть такого. Ну, очень классная... Вообще, вот можем пройтись отдельно по LFO. Реально, он здесь очень клево сделан. Давай. Можем найти какой-то базовый звук. Сейчас... Не помню, как вернуть... Выключить... так... Да. Вот, LFO. Что у нас, значит, есть? Во-первых, много волн, что очень круто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штук. Семь с рандомайзером. Да. Сейчас, ну вот можем... Вот единственное, что нету, вот это, кстати, ну, это не то чтобы большой минус, и мало где такая есть, но вот на профите у меня есть кнопка Hold, которая, блин, ну просто очень круто, когда у тебя появляются две руки, тебе не надо одну руку тратить, чтобы, блин, нажимать одну кнопку. Поскольку часто в электронной музыке тебе не надо, как бы, тебе просто надо делать классную секвенцию с одного звука, и хотелось бы... С такой кнопочку Hold. Да, ну, знаю, тебе кот может помочь. Да, всегда. Да. Так. Ну вот, на стрим. На одну мы поставили фильтр, на одну LFO. На второй LFO давай поставим нотки, кей-трек, чтобы он по нотам бегал. На третье LFO можем поставить какой-то pitch. Сделать темп медленнее. Еще на одно. Четыре в итоге. Четыре. Еще на одно можем поставить.
Да, ну уже как ситуация. Да, сейчас что-то... Конечно. Он не придержал. Не-не-не-не, да. Начинаешь не с начала секвенции писать, да, а да, 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 по ходу, да, да, да. Когда ты пишешь «Полет пьяного шмеля», получается. Просто как из ничего, из грубо ничего говоря, уже, да. Можно зачитать уже здесь. Да. Ну давай. Я могу только вот так вот. Вот. Другое дело. Ничего, это знаешь, это оно на ходу, ты класс, даже класс, не класс. Контролируешь. И казалось вот, бы, вот так песни рождаются, да? Да, вот еще минуту назад казалось, что за херня. Но я говорю, из-за того, что он супер творческий, супер интуитивный, супер понятный, классный экранчик, много функций тут. Класс. Скажи, ты пробовал другие электроны? То есть сталкивался? Да, я пробовал на мастерской аналог ритм. И ну, он супер, классный по звуку, все, но он как-то, я, знаешь, с такой уверенностью взял его. Мне там нужно было барабанчик сделать один, и я такой захожу, где все синты, я такой, дайте мне что-то, чтобы быстро барабаны сделать, там бочку надо прописать. Говорят, ну вот, выбираю, там не то, чтобы прям по барабанам много. И я такой, о, электрон, давай, я сейчас быстренько. Я его включил. Почесал затылок, там что-то раз, два, три, вообще не смог раз. Оказался другим, вообще, да? Да, настолько, вот. Но у меня еще был машин-драм МК-2. А, ну, я его продал,
и пожалел об этом на следующий же день. Ага. Вот просто на следующий, я клянусь тебе, я сразу ощутил пустоту. Все, кстати, скучают за этой моделью. Да, офигенный, просто синт офигенный. Но в тот момент я вместо него купил Profit. Я продал его дешево, потому что мне не хватало на Profit, и я... Мне не было. У меня было МК-1 этот и Machine Drum. Понятно, что я не продам как бы суперфункциональный синт. Я продал тот. Тогда еще не было такого хайпа на них. Это было, не знаю, какой-то тоже там 15-16 год. Это сейчас, вот как только их перестали выпускать, они сразу стали востребованными. Да. Что тогда, в принципе, они еще выпускались, и даже можно было купить за дорого, но можно было купить. Сейчас это уже, конечно, на грани фантастики. Уже раритет. И я, даже у меня были мысли, я бы хотел найти человека, который мне продал. Вдруг он меня слышит сейчас. Напиши мне. Найди человек. Я бы хотел, наверное, выкупить его обратно. И я надеюсь, что он никому его не продал. Может быть, не сейчас. Я на самом деле пожалел, что я, продавая его за дешево, не договорился с ним, что я, когда придет время, я его заберу. Потому что, ну, я реально, я скучаю за этим инструментом. Это тоже очень творческий, крутой девайс. Девайс с уникальным звуком, с уникальнейшим. Вот, вот это вот, ну, это то, зачем я скучаю. Еще у меня есть аналог Heat из электрона. А, ну, собственно. Как бы тоже, он у меня не выключается вообще, но я грею им машин. Я барабаны делаю на машин в основном, перкуссии. Потому что это цифровые же барабаны в любом случае. Да, сэмплированные, да, я их просто подогреваю, сатурирую, там, гружу, и вот. Поэтому, Твое мнение насчет октотрека, ребята спрашивали? Ой, ну для меня он слишком сложный. Прям, опять же, у меня такой подход в музыке, вот, быстрая фиксация. Мне это важнее всего. Поэтому вот девайсы, где нужно много копаться в меню, много делать редактирование, я очень много провожу времени в давке. В принципе, это как типа мой основной инструмент для редактирования. Я делаю не здесь, я делаю в давке. Поэтому я копаюсь там. И я не, ну короче. Я понял. Причем, что знаешь, мне действительно удивительно, что вот этот оказался простым. Ну, да, что он не. Ну, как бы он глубокий, но при этом важные штуки на поверхности. Если не залазить, если определиться сразу, что тебе нужно. Да, он не дешевый, но. И, казалось бы, ты не используешь его на все деньги, но и незачем. Ну, как бы, если он полностью закрывает все твои потребности, которые нужны, он стоит всех своих денег. Причем, что он жирно звучит. Особенно вот второй. Первый чуть-чуть попроще звучит. Я как бы на том прописал много. Но когда я пришел домой и включил этот, ну, это прям вообще... низ раскрывается по-другому, барабаны плотнее, ну, как-то они... Знаешь, у меня был чудесный опыт общения с разработчиками электрона однажды, и мы у них спросили, собственно, а почему они так звучат? Ведь каждый электрон звучит, даже там сэмплеры, да? Да, конечно, даже эти маленькие. Дигитон, дигитак, да. Не, ну, это само собой. И вот они говорят, что они толком-то и не знают. Вот что-то... Супер! Вот, это идеально, идеально. Просто сказали, просто какие-то детали, просто какая-то сборка. Круто. Наверное, немножко любви. Вот. Толик, скажи, пожалуйста, мы тут все свои. Что ты хотел мне подсказать? Это вопрос из Инстаграма. Вопрос еще. А, вопрос из Инстаграма. Класс. Вопрос из Инстаграма. Супер. Хочешь? Да. Есть ли какие-то советы генеративных патчей на аналог 4? Есть ли какие-то советы? Не совсем понимаю вопрос. Ну, какие? На самом деле, в фейсбуковской группе электронавтов можно найти дофига патчей, пресетов интересующихся. Честно говоря, не знаю. Вот у меня я себе... Каких-то там топ нету, топ-10? Нету, топ-3, нету, нет. Нету. Из-за того, что их очень много, и делать вот этот ресерч, купаться в этом океане патчей и пресетов тоже забирает время, когда же музыку писать. Ну, понятно, поэтому да. Я вот забил то, что у меня осталось с прошлого по ваучерам, там что-то купил. Вот, у меня мне хватает. На секундочку, тут, блин, не знаю, блин, 2000 звуков. 2000 почти, звуков, типа, ну да, 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 ну, типа, по 200 на каждого. Да, я не использую большую часть их. Ну, реально, не просто как бы потому, что ты купил этот пак. Наверное, некоторые, может, даже и не слышал.
Такое бывает. Не исключено, да. Используете ли вы чейны и сонг-мод в лайвах или нет, не использую, не использую. Опять же таки, из-за простоты, в смысле, да? Я использую как раз вот чейн-мод, типа, сонг-мод не использую, только чейн-мод. Опять же, только из-за того, что это у меня не основной инструмент в лайве. Именно в лайве, да? Да, да. Могу сказать, что бочку я всегда использую с электрона. На каждом лайве у меня всегда один канал, это просто бочка. Опять же, из-за того, что у меня нет ничего другого, нет аналоговой бочки другой. Ну, плюс твоя фирменная уже, как мы выяснили, да? Да, да, да. Поэтому я использую бочку отсюда, и иногда есть... Такие лайвы случаются, когда как бы все с облитона, но ты берешь этот, чтобы просто давать с него одну бочку. Ну, потому что она оцифрованная тоже, в принципе, нормально звучит, но в какой-то момент ты хочешь что-то там, да, есть разница. Плюс ты не перегружаешь лишний раз облитон какими-то на бочку, что же нужно, что-то повесить там, то все. Поэтому лучше, чтобы разгрузить облитон, вот просто берешь... Одна бочка, и тут и у меня вот тут еще тут другая перкуссия, тут третья, тут еще какой-то хет. И я вот так могу прям. Была какая-то даже схема, где у меня вот здесь была бочка, здесь хет, здесь рабочий, здесь какая-то перкуссия. И я весь час проиграл на вот это. Я не менял ни один звук барабана вообще весь лайв. И было круто. Это было то, что связывало все треки. Ну, типа, реально. Там где-то треки чем-то разнились, но их держала вот эта бочка, которая была одна, просто несменная весь. Ну, я не скажу, что это сильно бросалось в глаза, что это сильно там было annoying или что-то было. Класс, да, класс. Дим, скажи, значит, есть вот общество электронавтов, да? И небось есть некое и киевское, наверное, или украинское общество этих электронавтов, да, хотя бы условно. Да. И вот нам поступило такое классное предложение, по-моему, мог ли бы ты к нам кого-нибудь на следующий раз пригласить, как передать челлендж. Да, я знаю, что вот Саша Монаконда, большой почитатель этого FM-овского, как он Дигитона. Называется? Дигитона. Да, и вот он прямо сильно в нем за это самое. Мне кажется, он может... Значит, Саша. Логично продолжить, да. И плюс у него еще есть Дигитакт и Дигитон, и про эту связку, которая типа каноническая, ну которая да, на самом деле очень крутая. И вообще Дигитакт с любым этим очень клево себя... Вот, поэтому, мне кажется, это могло бы быть интересно. Плюс это классное, это, можно сказать, ты покупаешь две коробочки. Не знаю, сколько они стоят. Ну, они где-то по 20, да, по 18, 17, да. Ну вот, ты покупаешь две коробочки вместо там одной, условно, да, но у тебя вообще сразу... Ну, там другие функции, конечно. Да, да, в этом да, тоже четыре звука в Дигитоне. А в Дигитакте, как бы, понятно, неограниченные возможности сэмплера, и там тебе не нужно в один канал впихивать вот так, как тут барабаны, ты там можешь делать все. То есть тоже, тоже классный такой, и ты на двух коробочках можешь сыграть даже лайв полноценно, легко. Ну, собственно, да, там же тоже секвенсоры. Да, да. Класс. Поэтому, мне кажется, это могло бы быть интересно. Хорошо. Вау, класс, спасибо, да, спасибо тебе огромное, да. Это было очень интересно. Ну, ладно, надеюсь, кому-то что-то пригодилось. Слушай, мне точно, я тебе так скажу. Я уже собираюсь ракет, короче. Хочу два слова последних сказать на... последних перед тем, как ты для нас еще поиграешь, правда? Да, ты же сейчас, поиграешь? Я поиграю, я сейчас, я опять, я не буду играть ничего, я поимпровизирую. Поимпровизируй, просто, пожалуйста. Опять же, да, включу класс, какой-то... класс. Я хочу сказать два еще слова о том, что на правах рекламы небольшой, что у нас появился мерч вот, в Prodigy, так что, а ну-ка. О. Во-первых, что, Дима, отдаем тебе. О, конечно, серьезно? Ну, да, посмотри. Я-то скромно молчу, но в душе я надеюсь. А душа так хотела, да. Клево, тебе, спасибо, да. Так что, если хотите такую же кофту, или что это, худи. Как у Кола. Да. Приходите к нам. Ребят, я надеюсь, вам понравился сегодняшний стрим. Надеюсь, вы поддержите, если мы выпустим еще парочку на тему электрона, про электронавтов украинских. Возможно, не только украинских. Посмотрим. Подписывайтесь, ставьте лайки, все дела. Приходите еще. Очень вас любим, очень ждем в Prodigy магазине и в Prodigy школе. Передаю аудиторию в твои руки. Не знаю, какой пресет. Я, смотри, я ухожу.
все. Воу, не тот, который надо. Микрофоны можно снять. Да, микрофоны можно выключить. Сейчас, ребят. Дамы и господа, на сцене Кула. Thank you.
Thank you.
Thank you.